Рустамка приезжал. Угу. Рустамка тоже, у него отец умер, они тоже сейчас в Ижевске постоянно живут, смотрят за матерью, мать плохая тоже. Вот. А вы здесь сейчас у кого? Сейчас я зайду вам наверх, этой, в Урашниково. Соседка. Старенькая стала, что-то недавно только была. Шустренькая, сейчас вы все. Вот, шустренькая. Володя вообще его не узнать. Вот Володя не узнать. Володя. 60 скоро будет. 60. А я уж теперь. Мне 65. Совсем старенькая. Да. Фая, хорошо выглядишь. Ну. Ну не, серьезно. Я тебя сразу узнал. Да. Вот. Давай, тетя Лява, меня сфотографируем. Да, вот есть ведь добрые люди. Фая, Рустам, Раис. С Раисом мы держим в одноклассниках связь, ВКонтакте связь. Он в Белоруссии. Да, он вот, Раис, он же у нас не ходит больно. Я знаю, что он не ходит. Мы же еще когда, у него же ноги там что-то. А на дня, на вот, на, наверное, недели две я Витьку Трагина встретил в Казани. Я иду из магазина, так сумки навешала, иду и... Тут, я уже прошла, ну не обращаешь внимания, кто там больно знакомым будет, там же народ море. Иду, прошла, мне говорят, Фай, ты? Я глянула с Витьки Трагина, с дочерью, дочка, двое детей уж у дочки. Ага, а оказывается, живет тоже там на Чистопольске. Ага, идет, поговорили мы с ним, вот ты, блин, в Баблах не встречались, вот здесь вот встретились. Ой, тетя Клава, ну вот же у меня целая сумка, видите, я бы мне надавали, видите там? Ну вот. Ну, чайку, ну, это... я тебе должна принести, а ты мне даешь конфеты. Ну, как вот так? Да, ты я... Мне, а я почему не должна? Нет, я тебе должна. Я вот... я говорю, я Раису пошлю это видео. Дорогие друзья, закончим пока. Давай. Раис.